Всем привет, ребята! Вы на канале Мультиплей. И вы думаете, какой? И вот, блин, короче, я, конечно, люблю делать всякие продолжения, но я меня, пожалуйста, ребята. Она Кофе. играет хорошо. Очень. Ну, смешно. Ну, я басни бы точно так же читала, но просто не такая красивая, как она. Ребята, это будет просто идеальное видео. И не такое, как вы подумали. Короче, я не буду там на минутку отходить. Что? Что я вообще сказала? Я не знаю, куда мне дальше. Ай, блин, опять не тот инструмент взяла. Вот. Короче, сделаем тут тень. В общем, мы сделаем тут тень. Наконец-то я это получила сказать у меня. Да. В общем, так. Ну да, видите, какой идиот может делать тень, если... Ой, ну, где-то это красиво вообще. На самом деле, это выглядит очень красиво. Меня. Ладно, ребят. Теперь слипаем наши слои. Что? Ой, просто замечательный. Да. В общем, и да. Вы думаете, что это видео уже закончилось? Нет. Идеальные. Хотя, ну как бы мы еще можем порисовать немножко. Но только сначала мы нарисуем еще одну что-нибудь. Но только не радугу. Так, берем цвет планешки, который у нас будет. Что же нам взять? Что хотим? Нет, это будет вообще ужасно. Так. Самое красивое из души. Которое мы всю душу складываем. Нет, это, наверное, только тортики можно. А что же нам надо нарисовать? Самое красивое, да. А самое красивое у нас это что? Это правильно, вы угадали. Это наши любимые началы со сердечками. Если что, я ненадолго отошла для вас, конечно. Я так и надеюсь, конечно. Это не тот, это козырек я выбрала. Просто я совсем забыла, да. Вот блин. А, нет. Ух, ты ж ёмки. Ай! Опять не то. Вот, вот это просто идеально. Идеально вот. Вот смотри, такое сердечко. Ура, блинская. Ух, мне сейчас так прийти. Давайте другое что-нибудь вырисуем. Извини, это не нравится.
прям вот я просто чувствую сердце. Шучу, я это не чувствую, я прям это я по жутке. Я бы сказала, да. В общем, так. Да. Вот так как-нибудь у нас получилось. Да, у нас нормально. Но мы можем разобрать фон. Да, вот так. Вот. И давайте напилим на голубого цвета. Хотя можно и такого. Ну да, вот так. И вот так. Ну, в общем, как-то так у меня получилось. В общем, это просто на полную душу я сделала. Чтобы вы очень радовались, что это вам. Мои дорогие ребята, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Ведь это очень полезная вещь. Ну и всем пока-пока.